Итак, у нас, в принципе, сегодня спонтанный импровизированный вечер. Это как бы такая даже, ну, на грани с творческой провокацией. Вот. Отцом-вдохновителем этого вечера является Володя. Адмирал этого места. Вот. Так что, в случае, если с моей стороны будет полная лажа, я на него никакой ответственности не перекладываю, потому что я уже мальчик взрослый, если я впрыгнул в эту авантюру, то, в общем, это на мне. Со мной на некую толику ответственность за происходящее разделит совершенно сказочный Олег, вот, который будет попадать в доли и противодоли даже иногда. Меня зовут Юрий Наумов, я блюзовый гитарист и композитор, и первый номер нашего крохотного концерта, ориентированного такого ритма блюзового, я начну с инструменталки, которая называется «Шкодный блюз».